Уникальный спектакль на коньках и показательные номера самых прославленных фигуристов страны. В Кирово-Чепецкой «Олимп-арене» выступили чемпионы мира и олимпиад по фигурному катанию в рамках шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха». Сам основатель проекта к нам не приехал, однако огромное количество прославленных чемпионов и их лучшие номера не оставили равнодушными кировских поклонников фигурного катания. Особое внимание было приковано к нашей землячке Оксане Домниной, которая волновалась перед выступлением больше остальных. Все подробности в материале. Больше десятка самых титулованных фигуристов страны одновременно вышли на ледовую сцену Олимп-арены. Полный зал поклонников фигурного катания встретил спортсменов на ура. Многие приехали посмотреть на уникальное шоу впервые. Первый раз, потому что мы не из Чепецка, мы из Слободского, да. Ну, ждем шоу грандиозного, чтобы увидим это вживую. Они есть телевизор, да, эмоции уже нас начали захлёстывать. Яркого шоу ожидаем, интересной программы. Ну, я думаю, будет очень интересно, много новых впечатлений. Ну, трюки будут, я думаю, такие интересные. Одиночные прокаты и парные танцы на льду не оставили равнодушным никого. Каждый номер сопровождался бурными овациями, а сами фигуристы исполняли головокружительные трюки и сложные элементы из своих лучших программ. Особое внимание зрителей приковано к фигуристке Оксане Домниной, прославленной российской спортсменке родом из Кирова. Именно в нашем городе она сделала первые шаги на льду, а после переезда в Москву завоевала всевозможные медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Признается, выступать на своей малой родине волнительней, чем где-либо. Город Киров является моим родным городом. Вот, и, конечно же, для меня сегодня особый день. Я буду особенно волноваться, так что, Роман Сергеевич, готовься. Мы в каждом городе выступаем, и в каждом городе выступать по-своему волнительно. Да, но в родном городе волнительно втройне. Кульминацией ледового шоу «15 лет успеха» стал уникальный спектакль по мотивам сказки «Щелкунчик». Костюмированная постановка собрала на льду одновременно прославленных в прошлом фигуристов и действующих чемпионов мира и Европы. Сами спортсмены говорят, объединили театр и спорт благодаря одному проекту, в котором участвовали последние 10 лет. Был проект, как я уже сказал, 10 лет, в котором мы участвовали, «Ледниковый период», где мы катались со звездами кино, скажем так, из искусства людьми, которые учились у нас катанию, да, мастерству катания, а мы учились у них актерскому мастерству. И это все не прошло зря, это все пошло всем на пользу. Ледовое шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха» длилось на протяжении 2 часов. Судя по аплодисментам, кировские поклонники фигурного катания остались довольны. А сами спортсмены признали, что этот визит в Кирово-Чепецк далеко не последний. Артем Паникоровских, Артем Миронов, Анатолий Гагаринов, информационный канал «Город».